Сергея сюда нельзя. Ну что, Меченый, принес документы из X-18? Ситуация проясняется. Как я и предполагал, выжигатель мозгов рукотворен. Это экспериментальный излучатель Кайманова. Его части как раз изготавливались в лаборатории X-18. В этих документах есть ссылка на лабораторию X-16, куда отправлялись готовые блоки. Она расположена на территории производственного комплекса возле озера Янтарь. Там неподалеку лагерь ученых. Они наверняка подскажут точнее. Ситуация непростая. Тебе надо пробраться к ученым и узнать, где находится лаборатория X-16, чтобы добыть недостающую часть документов. Ну что, готов? Проходи, не задерживайся.
женщиной, только не белым. А я за тобой. Борец из меня плохой, лучше ты разливай дорогу. Они идут за нами! Меченый, останови их! Вижу крупного застройки. Сейчас мы его возьмем. Меченый, меченый, останови их! Они же нас прикончат! Порвать, сволочи! Меченый, впереди в тоннеле, аномалия жарко. Надо идти по одному, так больше шансов выжить. Иди первым. Когда я увижу, что ты дошел до конца, я пойду следом. Остерегайся огненных ловушек. Их можно обнаружить по искажениям горячего воздуха.
со мной в безопасности. Спасибо тебе за помощь. Я твой должник. Возьми пока эту флешку. Это копия результатов последней экспедиции. Уверен, бармен за эту информацию хорошо заплатит. Я тебя очень прошу, сделай это. Мы все от этого зависим. Да-да? Да-да? Снаружи слишком опасно. Иди первым. Yeah!
Надо идти дальше. Мы не можем его так бросить. Бросай. Ему уже ничем не поможем. Скоро выброс. С ним мы не пробьемся. Нет, Клык. Я его не брошу. Да-да? Да-да? Вот замеры. Да-да? Тут, тут и тут. Все точно. Точнее быть не может. Хорошо. Сейчас я попробую настроить прототип. Вы отлично справились. Если замеры верны, то прототип обеспечит максимальную защиту от излучения. Меченый,
Теперь ты сможешь пробиться в лабораторию. Но если не отключишь излучатель, то даже с пси-защитой долго там не продержишься. Мы рассчитали примерное местонахождение излучателя. Он находится в подземном помещении. Я тебя отметил на карте. Проблемой лаборатории занимался Васильев. Около недели назад они вместе со сталкером по кличке Призрак попытались проникнуть в лабораторию. Через несколько часов нас порядком тряхнуло, и излучение на время пропало. А еще через час мы получили сигнал от Васильева. Сигнал шел с болот, но потом пропал. По всей видимости, Васильев погиб. У него была точная информация по лаборатории. Где она находится, как в нее попасть. Попробуй отыскать его тело. Возможно, найдешь и сведения о том, как отключить излучение. Все известные нам координаты я тебе скинул. Да-да? 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 Да-да?
Почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Ох, стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север.
Кстати, будешь поблизости, загляни к нам в бункер. Да-да? 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 Да-да?